Что нового в ПВЕ? Сейчас зайду в ПВЕ, гляну, что там такого. Найс, nice. Это сундук после последней миссии, которую я не смог открыть. О, развис. Привет. Во-первых, мы все тут на главной базе. Очень извиняемся за сломанное время. Но у меня есть кое-что, что вас утешит. Спасибо, что сражались вместе со мной, командир. Я знаю, что иногда приходилось несладко. Поэтому я кое-что сделала. Чтобы спасти время, я пошла на сделку с ужасным иномерным кубом. И теперь, чтобы сохранить время в целости, нам надо провести 4 темных обряда. Будет весело! Обещаю. Так, нам дали купон на наем героя, то есть из книги коллекции можно нанять любого героя, который вам очень нужен. Так. Так, это награда за миссию. О, экспедиции пришли. Заходим в книгу коллекции, выбираем нужным героем какого-нибудь там, нажимаем на него нанять героя, а нет, такого нельзя, допустим, так, персонал события, о, нифига себе. Джонси, бот. Вот, например, в каком-то там ивенте или в магазине раньше был. Нанять героя и нанимаем. Ну это образно, то есть выбирайте там, какой вам нужен. Лично я купон пока тратить не буду, мне ничего не нужно. Пусть пока лежит. А в прошлый раз давали 3 купона, когда обновили ПВЕ. Я там нанимал себе нужных героев. По карте в Камнелесе ничем. Нового. В Бункертоне тоже все по-старому. Вещая долина тоже вроде бы без изменений. Пинч Пикс тоже все как было. Задание, так, ежедневное, так, это мы заменим. Вещи долину хорошие ежедневочкам. Так, ничего нового. Никакой новой сюжеточки пока ничего не добавили. Все, на этом все. ПВЕ, походу, без изменений. Ну, возможно, какие-то новые баги завезли. А так, вроде все. Спасибо забыл всем, зайти кто в магазин. Пришел! В общем... У меня было накоплено билетиков на сильную ламу, но я их не покупал, потому что я там все выбил. И мне насыпали кучу лам на эти билетики. Пора бы вам сменить жанр! И в магазине появились новые предметы для покупки.
главным. Так. Мне не... Ну да! Я проглотил телефон! А теперь мы будем собирать вот такие вот конфетки. Теперь ламы Дикого Запада у нас будут. Так, у нас появился чумной доктор. Это Низи. Джон Сибот. Так, что еще нового? Ремонтник Угроза. Хороший герой, если на конструктор сборочку делать. Так, защитник. Так, так. Ну, больше ничего такого ценного. А, этот магазин обновится через 34 часа. Да, так. В принципе, теперь точно все. Ё-моё, теперь все чистить надо, все переполнено. Так, сейчас я зайду с другого ака, где нет ПВЕ, и проверю, стало ли ПВЕ бесплатным, потому что многие говорили, что ПВЕ станет бесплатным. Так, сейчас я остановлю и продолжу запись. Ну что, заходим в ПВЕ. Выбрать режим игры. Сражение с бурей. Нет, ПВЕ бесплатным не сделали. ПВЕ бесплатно мне сделали. Так, на этом, в принципе, все.